Более полутысячи старшеклассников со всех регионов страны вместе со своими учителями и родителями посетили День открытых дверей в Одесской юридической академии. Важнейшее профориентационное мероприятие регулярно проходит в стенах вуза, и, как показывает практика, практически 100% абитуриентов, которые его посетили, становятся студентами юракадемии. Традиционно гостей поприветствовал президент университета Сергей Кивалов. Затем молодые люди ознакомились с инновационными технологиями в образовательном процессе, современным студенческим кампусом, развитой спортивной базой, впечатления молодых людей от увиденного в материале моих коллег. Будущее отечественной юриспруденции, политологии, социологии, психологии, журналистики и востребованные на сегодняшний день IT-сферы. Абитуриенты со всей Украины и даже из других стран собрались сегодня на День открытых дверей в Национальном университете Одесская юридическая академия. Почти 1000 молодых людей вместе с родителями не упустили шанс поближе познакомиться с ведущим вузом страны. Все они наслышаны о высоком уровне образования в вузе, а также о современной инфраструктуре. Давно мы не видели такого количества абитуриентов, которые захотели прийти и посмотреть и стать студентами нашего университета. Наверное, это хороший показатель, что мы заинтересованы, чтобы лучшие дети учились в нашем высшем учебном заведении. О преимуществах обучения в Одесской юракадемии из первых уст узнали самые успешные школьники, члены парламента старшеклассников города Одессы. Одной из весомых причин пойти учиться именно в этот вуз абитуриенты называют признанный авторитет университета на международной арене. Здесь студент с первого курса может выбрать, на каком языке слушать лекции – английском, немецком, французском, испанском или итальянском. Юракадемию регулярно посещают иностранные лекторы из ведущих вузов Европы и США, а также специалисты практики. В юридической академии я не вперше. І для себе я обрала факультет міжнародно-правових відносин, адже нещодавно я була в ООН, в головній штаб-квартирі Нью-Йорку. І з того моменту я вирішила, що це мій життєвий шлях. Мені дуже подобається вивчати іноземні мови. І якраз в юридичній академії дають можливість вивчати мови та різнобічно розвиватися. Еще одно направление, которое пользуется большой популярностью – возможность получить профессию в IT-сфере. Университет стал первым на юге Украины, который открыл факультет кибербезопасности и информационных технологий. Студенты обучаются на базе ультрасовременного IT-центра, а также Центра кибербезопасности и информационных технологий. У нас на каждого студента факультета кибербезопасности два компьютера. Я не преувеличиваю. Два. А почему мы создали такой факультет? Потому что он востребован. Сегодня полиция говорит, дайте нам таких специалистов. Сегодня военные говорят, дайте нам специалистов в области кибербезопасности. Более того, современное IT-обеспечение позволило несколько лет назад открыть на базе юракадемии бесплатный консультационный центр для абитуриентов, высококвалифицированные сотрудники которого оказывают помощь поступающим. Для того, чтобы облегчить возможность поступления в наш университет и вообще в университеты нашей страны, при приемной комиссии Национального университета Одесской юридической академии действует консультационный центр, который сейчас работает в режиме онлайн, то есть это сайт, это социальные сети, которые вопрос-ответ мы даем бесперерывно практически. Что касаемо телефона 719-88-00, то он работает с 9 до 6, и в момент вступительной кампании он будет работать круглосуточно. Более того, во-первых, в момент вступительной кампании вы будете иметь возможность не только приехать, в телефонном режиме предоставить ваши документы, и мы все сделаем за вас. Оформим документы, откроем электронный кабинет и обеспечим весь тот уровень услуг, который необходим при поступлении. Многие абитуриенты уже воспользовались услугами консультационного центра, а такие мероприятия, как День открытых дверей, отличная возможность пообщаться с руководством вуза, будущими преподавателями и увидеть современный студенческий кампус. Я выбрал именно этот университет, потому что я с детства хотел стать юристом. Выбрал я для себя факультет гражданской и хозяйственной юстиции, потому что здесь есть все профессии, по которым я буду выбирать свою основную специальность. Во-первых, мне понравилась атмосфера в этом учебном заведении. Очень радостно, радушно и тепло встречают здесь. Мне нравится сам выбор моего сына, потому что я его вижу действительно либо в прокуратуре, либо все, что связано с этой профессией. И я думаю, что он то, о чем он мечтает, он добьется здесь.
Еще один важнейший фактор при выборе будущего места обучения – перспектива трудоустройства. Одесская юракадемия позаботилась и об этом. ВУЗ заключил договора о прохождении практики и трудоустройстве выпускников с Генеральной прокуратурой Украины, Национальной полицией Украины, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции Украины. Благодаря применению инновационных методов, еще обучаясь в университете, студенты уже являются готовыми специалистами. В ВУЗе открыт центр тестирования на полиграфии, оборудованный 5-канальным детектором лжи последней модели, который используют в работе вооруженных сил США. Я бы хотел поступить после 9 класса в юридический колледж, так как в школе сидеть еще 2 года я не вижу перспективы. А после юридического колледжа я хотел бы поступить в юридическую академию. Абитуриенты убедились в том, что поступая в Одесскую юракадемию, они получат и качественное европейское образование, и гарантированное трудоустройство, и возможность всестороннего развития личности. Традиционно воспитанники Центра культуры юракадемии подготовили концерт для своих будущих коллег, студентов. А затем во время экскурсии школьники убедились, что Одесская юридическая академия – это не только просторная аудитория, высочайшего уровня профессорско-преподавательский состав, а и современная спортивная инфраструктура, крупнейшая в Украине научная библиотека с уникальными изданиями, стрелковый тир, телестудия для студентов-журналистов, пиарщиков, лаборатория социологических исследований. Их впечатлили экспонаты, увиденные в Музее редких изданий и Музее оружия, а также зал судебных заседаний, где студенты вместе с преподавателями моделируют судебный процесс. Одесская юридическая академия – это университет будущего уже сегодня. ВУЗ, гармонично сочетающий богатый опыт и фундаментальные традиции Одесской школы права, вместе с инновационными технологиями, куда стремятся поступить самые успешные молодые люди со всех уголков нашей страны.